там смотри, понимаешь, в чем дело? Вот туда, куда мы ездили, да, мы же дикарями были. А я теперь там познакомился с одной семьей. В доме можно останавливаться. А мне вот больше всего понравилось, когда мы в Чернигове ездили. На лодке, так здорово. Да туда, пожалуйста. Там только из-за того, что там очень красиво. А вот ездил туда, правда, не в Чернигове, а на Врасловку. Там вообще места такие интимные. И ни одной утки мы за целую охоту не видели ни разу. Зато боярышнику набрал, такой куст обобрал. Так у меня шиповник до сих пор еще лежит. Да ты его не пьешь просто. У нас уже не лежит. Че боишься? Я не знаю. Ну, Саш, зачем? С такой блямбой. Ну, ничего. С историей. Пленку только портит. О, Господи. Этой пленки. А? Этой пленки. Че? Прорва целая. У него же день рождения было. И это. На работе спрашивается, что тебе подарить? Он говорит, 10 этих кассет. Вот ему эти. Подарили. Вот он и снимает. А у меня две твоих и три это. Своих кассет. Mm-hmm. Интересно, что же у тебя за кассеты? Я не помню. Ой. Хорошо здесь все-таки у вас. Тишина. Особенно скорее мне. Будни эти машинки куча. Ой, ты знаешь.